Всем привет! И сегодня я вам покажу обзор продуктов БАДы, витамины с кальцием от компании «Сибирское здоровье». В предыдущем посте в контактах я написала, пост. Конечно, я его не сама придумала. Этот материал я взяла из интернета. Вот, я прочитала сначала и поняла, что мне обязательно нужно этот материал разместить в посте, в контактах, в своей группе «Здоровье от природы для взрослых и детей». И сегодня я вам покажу, какие продукты, какие БАДы, витамины могут легко восполнить дефицит кальция. Вы знаете, кальций, он вообще участвует в очень многих процессах. Скажем, он незаменим просто в нашем организме, и без него наш организм не может нормально работать. Не могут происходить правильно обменные процессы. И вы знаете, когда я прочитала, у меня было столько эмоций, и чем больше я читаю такой информации, чем больше я набираюсь знаний в этом плане, тем больше мне хочется вам рассказывать о продуктах от компании «Сибирское здоровье». Почему? Потому что они натуральные, и в них есть все необходимое, все необходимые элементы, чтобы пополнить наш организм всеми витаминами, всеми минералами, микроэлементами, которых так нам не хватает. Наша еда вкусная, но она очень, скажем так, бесполезная. Она не содержит того самого необходимого количества элементов, микроэлементов, минералов, которые нам так необходимы. В этой статье очень хорошо показано и сказано, что бывает, когда не хватает кальция. И очень хорошо рассказано, что нужно добавить, в каких продуктах содержится кальций, что с чем нужно сочетать. Вы можете это прочитать в этой статье, так как пост уже опубликован, и вы можете это прочитать. Но есть очень большое но. Не всегда у нас есть время стоять на кухне и готовить. Не всегда есть нужные продукты, которые нам позволят сделать правильные сочетания этих продуктов. Тем более в наше, скажем так, не совсем такое простое время. И вот на этот случай как раз продукты «Сибирского здоровья», они как раз придут нам на помощь. Я сейчас перейду на сайт компании. Вот, я уже, значит, перешла на свою страничку. Сейчас мы находимся на официальном сайте компании «Сибирское здоровье». Я нахожусь на своей странице. И сейчас я иду... Вот это здесь у нас интернет-магазин. Знаете, сразу вот хочу вас немножечко предупредить. Возможно, это видео будет немножечко долгим. Вы, как говорится, если хотите узнать о тех продуктах, которые могут поправить ваше здоровье, восполнить дефицит кальция, досмотрите это видео до конца. И сразу хочу сказать, что здесь внизу под этим видео, либо в посте, вы увидите ссылку на кальций, на каталог с кальцием. Увидите ссылку на официальный сайт компании, это то, где я сейчас нахожусь. И сейчас я вам покажу, как вы можете на сайте, на официальном сайте ориентироваться. Так, и значит еще размещу ссылку на регистрацию в компании.
чтобы у вас была своя страничка. Регистрация она бесплатная, и вы со своей странички можете делать заказы. Опять, если вы хотите заказать и не знаете как, пишите мне. Я вам обязательно вышлю видео, подробное видео, коротенькое и подробное, как сделать заказ, как зарегистрироваться, и подскажу все, что, как говорится, в моих силах, все подскажу и расскажу. А сейчас мы с вами, значит, вот это у нас интернет-магазин. А если мы, значит, я навожу курсор на разные, ну, как сказать, слова, как это, разделы. Вот разделы, со мной рядом сидит мой сын. Вот, вот мы с ним вместе снимаем это видео. Возможно, он чего-то мне будет подсказывать. Может быть, и не будет, а может, и будет. Так, значит, мы идем в раздел «Здоровье» и идем в раздел «Поддержка костной ткани». Вот я кликаю и попадаю в каталог с продуктами с кальцием. Здесь опять же мы с вами увидим хиты продаж. Тут у нас разные каталоги, в смысле разные продукты, и живокосты, и витамины. Здесь вы можете посмотреть каталоги и прайсы, каталог онлайн. Так. Сейчас мы с вами откроем каждый продукт и посмотрим, о чем там вообще идет речь. Что это за продукты, чем же они так полезны. Опять сразу хочу вам сказать, что здесь продукты на разный кошелек, на разный. И вы знаете, независимо. Вот видите, тут разные цены, совершенно разные. Не пугайтесь. Хочу вас сразу успокоить, то, что независимо от цены, независимо, все эти продукты очень действенные. Все они работают. Мы, например, я лично покупала витамины с кальцием. Он стоит 350 рублей. И вы знаете, он прекрасно работает. Он реально восполняет дефицит кальция. А как я узнала, что у меня не хватает кальция, у меня просто разрушился зуб. Вот. Кальций из него просто ушел. Это был не кариес. У нас наш организм, он очень умный. Если ему не хватает кальция для чего-то, опять же, если мы берем с вами стрессы, стресс это вообще уникальный процесс в организме. На фоне стресса может все что угодно произойти. Может выскочить аллергия. Могут начать, скажем, уходить нервные окончания из зубов, что в принципе у меня и произошло, и очень у многих. Ну, скажем, умирает родственник, очень близкий человек, вы, конечно, переживаете, там такой стресс идет просто колоссальный. И кальций, он просто уходит, он, организм его забирает из костей, забирает из зубов, и в зубе просто образуется пустота, и зуб просто рушится. Это называется вот состояние, которое вызвано дефицитом кальция. Я купила вот эти вот витамины с кальцием, и он у меня прекрасно восполнил тот самый дефицит. Если дефицит не восполнить, то, естественно, будет другой, третий, четвертый зуб будет рушиться. Вот. Поэтому первое что, я сразу побежала и купил себе вот такой кальций, очень доступный по цене. Но мы с вами сейчас рассмотрим все кальций, какие здесь есть. Давайте мы с вами откроем новинку, которая появилась буквально недавно. И посмотрим, из чего это сделано, что это такое.
Вот здесь на сайте, вот что хорошо, здесь есть полное подробное описание, и вы это сможете все посмотреть. Откройте ссылочку, я это все буду делать быстро, иначе это будет, видео затянется очень надолго. Вот, поэтому быстренько все это посмотрим. Но вы, в свою очередь, откроете ссылочку и все это еще разочек, все это посмотрите, каталог. То есть вы сделаете все те действия, которые сейчас делаю я. Ну, во-первых, посмотрим упаковку. Вот, смотрим, как вот такая вот у нас упаковочка. Вот видите, у нас здесь это показано, что внутри этой упаковки. Вот такие вот пакетики с этими, с капсулками. Так, а теперь давайте смотрим. Смарт-комплекс для тройной поддержки костной системы. Насыщение минералами, повышение прочности и укрепление каркаса костей. Вот для чего нужен этот куб. И так, о продукте. Вот давайте смотрим. Так, что-то здесь по-английски. Вы знаете, очень люблю, когда это по-английски. Значит, натуральный состав. Чем хороши продукты сибирского здоровья? Тем, что они натуральные. Они действительно натуральные. Они не вредят здоровью. Они, наоборот, приносят пользу. Если мы берем, скажем, из аптеки, чем отличаются аптечные и те продукты от сибирского здоровья? Тем, что в аптеке нам дают химию. Химия, она целиком не усваивается. То есть там нет достаточного количества тех витаминов и тех составляющих, которые способствуют усвоению кальция. А если он не усваивается, значит, он где-то накапливается и происходит отравление. И получается жуткая побочка. Вот. Ну, я думаю, что те, кто меня слушает, наверное, знают, о чем я говорю. Вот. И даже вот этот самый, скажем, дешевый вариант, который я пила, витамины с кальцием, они действуют, он действует лучше и эффективнее, чем из магазина. Не из магазина, а из аптеки. Дальше. Значит, натуральный состав, широкий спектр действия, эффект синергии. Так. Кстати сказать, вот здесь нам говорят, что он для вегетарианцев. Вы знаете, не только для вегетарианцев. Он подходит для всех людей, у которых есть дефицит кальция и, скажем так, профилактика. Опять же, вот знаете, вот у нас, например, вода, она жесткая. И кальция там, казалось бы, ну, очень много. Хочется сказать немножко по-другому. Очень много, потому что и накипь в чайнике, все это. И казалось бы, вот кальция, да, ведь достаточно. Но вот чтобы этот кальций усваивался, нужны необходимые элементы. Это витамин D, это магний, это нужно, понимаете, вот... Нужны условия для усвоения кальция. Иначе мы просто ходим с ним в туалет. И все. Он просто выводится. Вот я, вы знаете, я вообще долго на эту тему рассуждала. Думаю, ну как это так? Ну вроде кальция вот везде. Мы пьем и молоко, едим творог. Вроде как бы оно и должно бы все это усваиваться. Но нет. Нет необходимых условий для его усвоения. Поэтому это... Самое главное, чтобы он у нас не накапливался еще где-то. Так, подходит для веганского рациона. Целлюлозные, вегетарианские, целлюлозные вегетарианские капсулы. Так, уникальная рецептура на основе инновационных компонентов. Давайте посмотрим. Активность на максимуме. А насыщение организма минералами. Так, легко усвояемый кальций. Органический кальций в форме халата полностью усваивается организмом за максимально короткое время. Укрепляет костную ткань и поддерживает здоровье суставов. Положительно влияет на состояние ногтей и волос.
Безгалицинат кальция представляет собой уникальное соединение кальция с аминокислотой глицином, благодаря чему он обладает высокой биологической активностью, полностью растворяется в желудочно-кишечном тракте, не вызывая кишечных расстройств. Но я хочу сказать, что глицин, он еще и очень полезен для головного мозга. Биодоступный кремний. Экстракт бамбука. Производится во Франции, нам пишут. Обеспечивает организм оптимальным количеством органического кремния, увеличивающего минеральную плотность костей и улучшающего синтез коллагена, что исключительно важно для вегетарианском рационе. Кремний является ключевым элементом для укрепления костей и суставов, сокращает риск переломов и улучшает рост новых костных клеток. Знаете, кремний, он у нас содержится, есть такая трава хвощ. Вот. И вы знаете, есть у нас чай суставной, там как раз содержится трава хвоща. Вот. То есть можно еще попить чай. Мы его сейчас тоже с вами посмотрим, как только разберем это все. И поэтому говорю, видео будет, наверное, немножко долгим, но мы постараемся это быстренько все просмотреть. Уверенность в каждом шаге, увеличение плотности костей. Так, натуральный витамин D2. Обеспечивает необходимую концентрацию кальция, магния и фосфора. И фосфора в организме, что необходимо для поддержания нормального состояния костной ткани. Так, дрожжевой автолизат получен с помощью современной технологии ферментации культуры. Не буду ломать язык. Этот высокотехнологичный процесс обработки сырья с использованием УВ-света естественным образом повышает содержание витамина D2 и его высокая биодоступность в форме в конечном продукте. Витамин D3 широко используемый сегодня, имеет исключительно животное происхождение и не подходит для вегетарианского рациона. Поэтому в рационе, в составе вот этого куба натуральный витамин D2 неживотного происхождения, который в отличие от витамина D3 рекомендуется людям с вегетарианским рационом. Так, то есть, вот понимаете, такой прям вот совсем вегетарианский. Вот кто вегетарианец и не хочет вообще ничего животного. Устойчивость к вызовам времени. Активация синтеза коллагена. Глицин. Аминокислота глицин является ключевым элементом синтеза коллагена, который образует соединительный каркас костей и уменьшает риск разрежения костной ткани с возрастом. Основным источником глицина в пище являются молочные продукты и мясо, поэтому дополнительный прием глицина в виде добавок особенно рекомендован людям, придерживающимся веганской и вегетарианской диеты. Когда вам необходим D3? Ну, ломать язык не буду. Это на английском языке написано. Всегда в движении и активно занимайтесь спортом. Предпочитаете только растительную пищу. Выбираете комплексные решения для сохранения прочности костной системы. Знаете, вот я сейчас читаю это вот вместе с вами.
Я четко понимаю, что это не только для вегетарианцев. Это вот, понимаете, вот здесь вот настолько хороший комплекс подобран. Я хочу сказать, что даже он будет, наверное, эффективнее всех, что у нас вот в сибирском здоровье есть. Так, один способ применения. 1 месяц, 1 пакетик во время еды. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Так, и вот мы, значит, опять, как заказать? Когда вы, значит, вам нужно оформить регистрацию в компании, заходите на свою страничку, либо, это, скажем так, проще будет. Вы просто вот открыли эту ссылку, открыли, кидаете в корзину, сколько вам нужно штук, кидаете. И дальше вам компания предложит зарегистрироваться. И регистрируйтесь, потому что от этой покупки вам вернется от 5 до 15%. Если вы сделаете регистрацию бизнес-партнера, опять же, не для того, чтобы быть бизнесменом, продавать там что-то. Просто это очень хорошая экономия бюджета. Регистрируйтесь как бизнес-партнер, и вам вернется 25% от этой покупки. Так, ну с этим товаром нам рекомендуют. Так, теперь мы с вами возвращаемся, и сейчас мы посмотрим состав. Вот смотрите, здесь у нас написано о продукте, здесь у нас есть состав, а еще есть отзыв. Давайте посмотрим состав. Значит, комплекс первый. Здесь у нас... комплекс 1. 120 вегетарианских капсул по 590 миллиграмм. Органический кальций в форме хелата. Не буду ломать язык. Оболочка капсулы растительного происхождения. Второй комплекс. 30 вегетарианских капсул. Так. Бисглицинат кальция. Экстракт бамбука. Стандартизированный по содержанию органического кремния. Дрожжевой автолизат Д. Опять я не буду ломать язык. Стандартизированный по содержанию натурального витамина D. Оболочка капсулы растительного происхождения. Вот теперь здесь смотрим, сколько что и чего. Кальций, кремний и витамин D3. Глицин. Ну, дальше нам говорят, чего здесь покупают. Кстати, есть горячая линия. А там, чем она хороша, горячая линия? Я сама ей все время пользуюсь. А работают они с 4:00 до 0:00 по московскому времени. Там дежурят специалисты. Скажем так, врачи дежурят. А которые вам... ответят, нужно, не нужно, помогут составить программу. То есть можно проконсультироваться бесплатно. Но опять, для этого вам нужно оформить регистрацию на сайте компании. Ссылочку на регистрацию вы найдете, опять же, здесь под этим видео, либо в посте. Так. Вот возникает вопрос, правда, возникает, а нужен ли мне кальций? Вот нужна консультация специалиста, нужна программа, правильно? Вот. Так. Значит, теперь возвращаемся с вами к остальным продуктам. Поддержка костной ткани. И смотрим следующий. Органический кальций.
Он у нас уже стоит гораздо дешевле, 490 рублей. Давайте посмотрим, из чего сделан он. Так, смотрим. Так, ну посмотрим на упаковку сначала. Вот такие вот капсулки. Я их пила, эти капсулы. Они тоже прекрасно. Кстати, я их пила, знаете, когда? Когда у меня нога, скажем так, подворачивалась. Есть такое, да, бывает. Но я, знаете, я просто его пропила для профилактики. Я не знала, что будет эффект, что у меня вот так вот перестанет нога подворачиваться. Вот представляете, вот казалось бы, такой вот момент. А оказывается, вот была нехватка кальция. Опять же, я говорю, что стресс. Ну, мы очень часто нервничаем не только дома, на работе. Ведь на работе порой так нервы трепят, что нигде такого не происходит. И организм в стрессе, он теряет кальций. Вы понимаете? Вот представляете, какая штука интересная происходит. Давайте посмотрим, из чего это у нас сделано. Описание. Описание. Формула прочной костной ткани, органический кальций для оптимальной усвояемости и укрепления каркаса костей. Витамин D3, цинк и изофлавоны. Сои обеспечивают адресное попадание кальция в кости, предотвращает его потерю. С возрастом витамин В6, С и К1, а также марганец, природный кремний и хвоща формируют надежный белковый каркас кости. Кальций – минерал природной прочности. Более 99% кальция, содержащегося в организме человека, сосредоточено в костной ткани. Это минерал, являющийся важнейшим структурным компонентом опорно-двигательного аппарата, необходимым для хорошего состояния ногтей и волос, а также для полноценной работы нервной, сердечно-сосудистой и мышечной систем. Кстати, вот об этом я и в своей статье, не статье, а в своем посте и говорила, что от кальция зависит, в организме зависит абсолютно все. Так, и мышечная система. Кальций способствует поддержанию нормального тонуса кровеносных сосудов, отвечает за сокращение и расслабление скелетной мускулатуры, а также участвует в процессах регуляции возбуждения и торможения коры головного мозга. Обладая противовоспалительными, противоаллергическими и антиоксидантными свойствами, он играет весьма важную роль в активации пищеварительных ферментов и регуляции свертываемости крови, способствует повышению сопротивляемости организма к воздействию различных инфекций и токсинов. То есть, вот представляете, какую важную роль у нас в нашем организме играет кальций. Поэтому, когда у вас какая-то аллергия выступает, вот даже возьму свой пример. Вот так сильно натрепали нервы на работе. Я села в электричку, и у меня руки покрылись аллергией, понимаете, от локтя до кисти. У меня так горели руки, что, знаете, мне даже больно было их на коленки положить. Сумка еще на коленках стоит. Вот. Ну, пока я ехала в электричке, а это от Москвы до Сергиева Посада час-полтора часа, я успокоилась, я, как говорится, и уснула там, и все. Потом это все прошло. Но что мы получаем? Мы получаем, что вот организм, конечно же, он кальций взял, откуда-то он взял, из зубов, из костей, то есть, чтобы вот это все погасить. Вот представляете, насколько у нас важно пополнять свой организм кальцием. Так, ежедневно в наш организм должно поступать не менее 1000 миллиграмм кальция. Вот в этой статье написано, что
человек получает где-то 400 миллиграмм кальция. Вот в наше время 400 миллиграмм кальция – это очень мало. То есть надо добавлять все время. Но опять нужен кальций, который действительно будет усваиваться, чтобы он натуральный был, чтобы он полезный был. А не где-то, вот мы в аптеке купили, он где-то отложился, и нам говорят, побочные действия есть. Ну, конечно, будут побочные действия, потому что он не усвоился, где-то отложился и начинает вызывать там всякую разную побочку. Так, не менее 1000 миллиграмм кальция, что очень сложно обеспечить только с помощью продуктов питания. Поэтому так важно восполнить дефицит этого макроэлемента и поддерживать его баланс в организме. То есть понимаете, да, что нужно его восполнять. Вот, кстати сказать, я сейчас тоже буду для профилактики буду заказывать кальций. Вот заодно вместе с вами и выберу. Так, в составе комплекса экстракт сои. Это хорошая соя. Компании используют экстракты даурской сои. Так, по своей структуре относится к биофлавоноидам и обладает экстрагеноподобным эффектом. Изофлавоноиды сои оказывают антиоксидантные действия, превосходящие по своему показателю токоферол. Еще одно важное свойство соевых изофлавонов – их остеогенная активность, состоящая в ослаблении процессов резорбции кости и увеличении ее минеральной плотности. Ну, четко понимаю, что это очень полезная штука. Вот, экстракт сои. Кстати сказать, экстракт сои, он входит в состав хронолонга. Так, экстракт хвоща улучшает кровообращение, стимулирует процессы метаболизма и функциональности и деятельности соединительной ткани, слизистых оболочек, стенок кровеносных сосудов. Кроме того, хвощ является натуральным источником органического кремния, способствует построению прочного костного каркаса. Так, и здесь у нас взрослым принимать по одной капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 3 месяца курсами, 2-3 раза в год. Вот такое вот у нас. Кстати сказать, все документы на эти продукты, они в компании есть. Так, теперь давайте посмотрим состав. У отзыва вы сами почитаете, я их не буду открывать. Так, состав: карбонат кальция, премикс, аскорбиновая кислота, витамин В6, К1, Д3, цинк, марганец. Кстати, это очень даже полезно для иммунитета. Вот в наше время сейчас это прям экстракт сои, экстракт хвоща, гидроксиапатит кальция. Оболочка кальция из говяжьего желатина. Так, возможно наличие. Так, и мы здесь смотрим, сколько чего и сколько. Вот смотрите, сколько. Это опять вы все откроете, посмотрите еще сами. Вот. Дим, я думаю, что мы с тобой купим именно этот кальций. Вот, вы знаете, по составу он мне как-то больше, вот как-то, ну, не знаю. И стоимость, и... Так, давайте посмотрим дальше. Поддержка костной ткани. Вот. Так, органический магний мы с вами не будем смотреть, мы с вами смотрим только кальций. Вот давайте посмотрим. Кстати, вот его я пила, он в капсулках. Вот я, например, я не умею глотать капсулы. Вот, я пробовала покупать, значит, органический кальций вот в таблетках. Здесь 60 таблеток, здесь у нас 60
Здесь у нас 60 капсул. Это вот как раз, если вы будете принимать по одной капсуле два раза в день, как раз хватит на месяц. Вот, если по три раза в день, то, ну, у нас получается два раза в день. Вот, три не получится, два раза в день. То есть вот этой баночки четко хватит на месяц. Вот, ну, сразу хочу, вот 60 таблеток тоже пробовала, покупала. Но опять, я все таблетки разжевываю, а оно не жуется. Знаете, вот не жуется эти таблетки, они очень такие жесткие, они очень жесткие, прям вот. Так, давайте теперь посмотрим витамины с кальцием. Так, витамины с кальцием. Я их пила. Действие мне их понравилось. Это, скажем так, самый дешевый вариант. Вот, мне хотелось его попробовать. Я его пила. Вот это мы смотрим с вами упаковку. Как оно? Вот такие вот капсулки. Давайте. Так, витаминно-минеральный комплекс для поддержания общего тонуса и работоспособности, укрепление костной ткани, ногтей, зубов. Так, смотрим. Я говорю, длинное видео у нас с вами получается, но мне очень хочется вам все это показать. Так, витаминно-минеральный комплекс обеспечивает организм 13 основными витаминами и в адекватной суточной дозировке и помогает поддержать нормальное самочувствие. Карбонат кальция в составе способствует укреплению костной системы, зубов и волос. Комплекс помогает сохранить высокую работоспособность, отличное самочувствие даже при повышенных умственных и физических нагрузках. Рекомендуется в качестве курсовой пищевой добавки, а также на постоянной основе ведущим активный образ жизни. То есть, понимаете, да? Не то, что там вот как вот у нас, тут вот мы смотрели с вами кальций 2-3 раза в год, а это вообще можно пить постоянно. Вот кому это нужно, это можно пить на постоянной основе каждый день и не бояться, что у вас будут какие-то там проблемы. Так, применение. Взрослым принимать по одной капсуле два раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Но опять нам пишут, что мы это можем, если это вам необходимо, если у вас есть какие-то проблемы, это вот, опять же, сомневаемся, да? Можно, нельзя. Ну, я точно так же, как и вы, было время, когда мне нужно было определить, можно человеку из той частоты третью формулу с аутоиммунным заболеванием. Вот я звонила на горячую линию, что мне сказали? Там 20 антиоксидантов, но они натуральные. И мне знаете, что сказали? Мне сказали, что это обыкновенно, это еда. Человек пьет и получает только пользу. Понимаете? Вот опять же, вы можете проконсультироваться, вот зарегистрироваться, регистрация здесь внизу под этим видео, и потому что позвонить может только человек, который зарегистрирован. Там обязательно спросят, есть ли у вас регистрация. Вот. И только в этом случае вас будут консультировать. Поэтому сначала регистрируйтесь, а потом уже звоните вот по этому номеру, представляетесь, кто вы, что вы, потому что регистрационный номер с вас обязательно спросят. Так же, как и в магазине, когда вы приходите в магазин, с вас спрашивают регистрационный номер. Чтобы его получить, нужно пройти коротенькую регистрацию. Регистрируйтесь. Ссылочка будет здесь под этим видео. Заполняете, прикрепляетесь к магазину, который рядом с вами находится. Идете в магазин. Вот, называете там свой номер. Номер вам присылают на электронную почту. Вот, это будет логин. Логин. Вот. Логин – это есть и ваш регистрационный номер, и это номер счета. Вот, идете в магазин, называете такой-то номер и делаете свою покупку. И вам на этот номер будет начисляться будут бонусы. Вам будут возвращаться деньги от ваших покупок. Если вы делаете большие покупки,
то там еще есть и другие бонусы. Ну, обычно мы покупаем друзьям, знакомым, соседям. И покупки получаются большие. Там еще к этим бонусам еще и проценты начисляются. То есть компания в этом плане очень хорошо позаботилась. Так, смотрим состав. Давайте посмотрим состав. Карбонат кальция, премикс витамины, витамин С, никотинамид, витамин Е, пантотеновая кислота, витамины В6, В2, В1, А, фолиевая кислота, бетаин, витамины К1, В12, Д3. Слушайте, это шикарнейший состав за 350 рублей. Это, а я еще думаю, я сейчас вот с вами вспоминаю, вот что меня привлекло в этих витаминах. Так, дальше витамин Е, ацетат, аскорбиновая кислота, витамин D3, витамин А, ацетат, пиридоксина, гидрохлорид, витамин В12, фолиевая кислота, оболочка капсулы из говяжьего желатина. Ну, здесь возможны следы. Вы понимаете, вот насколько шикарный состав. Именно этим меня эти витамины тогда и привлекли. То есть я сейчас с вами вот это все еще раз рассматриваю. То есть меня сейчас, вы знаете, даже сейчас как-то вот думаю, хочется и эти витамины, хочется и эти. У меня сейчас уже такой небольшой раскардаш в голове. Вот я сейчас думаю, а наверное, может быть, один месяц одни, другой месяц другие. Знаете, вот как-то вот у меня уже так, смотрим, сколько, что, чего и где. Ну, это вы уже сами тут откроете, все рассмотрите, какой шикарнейший. Вот такое в аптеке увидите, вот у меня сейчас к вам вопрос, вот такое в аптеке увидите? Нет, конечно, нет такого в аптеках, понимаете, нету. Если оно и может быть и есть, то это будет стоить сумасшедших денег. А тут за 350 рублей вы получаете шикарные витамины. Так, дальше. Идем опять в поддержку костной ткани. Так, ну, витамин D3 это у нас отдельные витамины, мы их тоже покупали. Не буду открывать, это вы уже сами откроете, посмотрите. Просто хочу вам сказать, что был такой период, когда я находилась только дома, вот, и на воздух, на улицу выходила, ну, только в магазин. Ну, так получилось, такое вот, в жизни такое бывает. И вот я себе покупала витамин D3, это для иммунитета, это для костей, потому что мало времени проводим на солнце. Кому это хорошо пить? Вы находитесь больше на работе, в помещении, правильно? И чтобы восполнить этот дефицит, очень хорошо попить вот эти витаминки. Поскольку я пила 5-6 капель. Это профилактика. 5-6 капель. Там написано в инструкции где-то по одной капле, по две капли. Я посмотрела презентацию. Кстати, на сайте есть презентации, более подробное описание. Все это есть на сайте. Но это, опять же, при условии, когда вы регистрируетесь, вот вы зарегистрировались, я вам присылаю, вот я лично вам присылаю, как пользоваться сайтом, видеоинструкции, как пользоваться сайтом, как сделать заказ, как попасть на вебинары, а где можно посмотреть вот эти вот презентации, все о продукции. Опять же, в компании существует школа по продукту. И вообще компания в этом плане очень хорошо о людях заботится, чтобы человек правильно подходил к своему здоровью. Опять же, горячая линия. На горячей линии специалисты, врачи вас проконсультируют. Надо, не надо, с чем лучше сочетать, как лучше, что лучше. То есть, как говорится, все для людей. Все для людей. Но нужно зарегистрироваться, нужна регистрация. Так, витамин D3 мы с вами посмотрели. Органический кальций. Давайте посмотрим, что же у нас в таблетках. Ну вот таблетки мне не пошли, потому что я все разгрызаю. Я все разгрызаю. Вот не умею я вот это вот глотать целиком.
Давайте посмотрим упаковку. Так, вот видите, вот такие вот таблетки. Они такие достаточно крупные. Вот. Это надо глотать. Я их, помню, тогда купила. Я еще обрадовалась. Думаю, как хорошо таблетки. Прям вот замечательно. А когда купила, ну, думала, сейчас я раз, разгрызу, прожую и выпью. А вот не тут-то было. Не грызутся они. Вот не грызутся. Так, биодоступный кальций, витамин D3 и изофлавоноиды сои для укрепления костей в удобной таблетированной форме. Ну, вот в моем случае, лучше, наверное, капсул нету. Так, описание. Давайте смотрим. Так, я думаю, что здесь, давайте, так, да, здесь практически то же самое, вот, вы можете то же самое, что и написано, что и в капсулах, вот, единственное, что это вот таблетки, без, не, ну, кто, знаете, кто не хочет капсулу, вот, ну, вот, таблеточки. Так, и смотрим состав. Обязательно посмотрим состав. Ну, здесь, конечно, то, что у нас формирует таблетку, сюда входит кальций, карбонат, премикс. Ну, все то же самое, что и целлюлоза. Это наполнитель. Вот. Ну, им же надо как-то эту таблетку слепить. Вот, с помощью. Вот, и антислеживатель. Возможно, наличие следов. Так, и смотрим, сколько, чего и где. Ну, вы знаете, я хочу сказать, вот по дозировкам здесь, конечно, будет побольше, чем в витаминах с кальцием. Но составы, понимаете, составы все-таки разные. Разные. Хочется и то, и хочется другое. Я уже тут вместе с вами уже так. Опять отзывы откройте сами, почитайте, иначе мое видео, оно получается очень большое. Так, возвращаемся в поддержку костной ткани. Так. Ну, что касается органический кальций, давайте мы его посмотрим. Здесь у нас 120 капсул. Так. Это то же самое. Так. Так, это то же самое. То же самое, что и в этих. Так, упаковки, ничего лишнего, только самый клай, так, стекло, алюминиевое, так. Эко, так. Значит так, что касается состава, это все то же самое, что и кальций в капсулах. Вот я просто сейчас смотрю, я это все перечитывать не буду. А, хотя нет, смотрите-ка, в новой таблетированной форме для тех, кто не готов принимать капсулы, таблетки. Это у нас таблетки. То же самое, что и в таблетках. Только вот здесь у нас будет не 60, а 120. И стоит оно 1030. Вот. И он вот в такой вот баночке. Так, возвращаемся. Такую вот я вам сейчас экскурсию провожу. Значит, мы с вами посмотрели для взрослых. Так.
Так, теперь я сейчас вам хочу показать еще один момент. Вот так. Боксы. Есть у нас еще боксы. Вот смотрите. Ну, его сейчас нет. Его сейчас у нас нету. Так, грудная защита. Так, вот, легкая походка. Но его сейчас нет в наличии, но он появится, естественно. Так, двухуровневая защита от варикозного расширения вен, нормализует кровообращение, укрепляет стенки. А, нет, это не то. Ну, опять. Вот вы можете, раз уж я сюда попала. Так, давайте посмотрим. Ну, это от варикоза. Это от варикоза. Да, читать я это не буду. Так, ну все равно прокрутим, прокрутим. Это от варикоза. Да. Давайте теперь посмотрим, что же у нас есть для деток. Так, для детей. Очень часто мы, знаете, задаем вопросы, чем же нам детям укрепить, вот откуда взять им кальций для детей, для маленьких детей. Вот смотрите, у нас есть такая, вот такой есть дрожжет и пивишка. Так, для сильного иммунитета. Но он у нас не только для сильного иммунитета. Идеальное средство для профилактики вирусных инфекций с топинамбуром, экстрактом лопуха. Так, здесь у нас содержит инулин, а также витамина С. Укрепляет иммунитет, стимулирует рост полезной флоры малыша и улучшает минеральный обмен в костной ткани. Вот те люди, которые задаются таким вопросом, как ребенку улучшить состояние костей. Улучшает минеральный обмен костной ткани. То есть, а вот он, скажем так, улучшает состояние костей. Приятный сладковатый вкус и форму не оставляет равнодушными ни одного ребенка. Это, кстати, еще и вкусно. Сама пробовала. Топивишка. Удовольствие и польза для вашего малыша от самой природы. Если, допустим, у вашего ребенка, ну, скажем, по каким-то причинам есть аллергия на этот продукт. Сейчас я вам покажу. Так, еще один продукт. Так. Ну, давайте сначала все-таки посмотрим, что у нас еще есть для детей. Так, опять же, смотрите, 330 рублей, 150 грамм. Так, витаминка. Сама покупала эти витамины для своего ребенка уже взрослого. Так, смотрим упаковку. Вот такие вот. Кондитерское такое изделие. Очень, кстати, очень вкусное. Давайте посмотрим о продукте. Вкусные натуральные дрожжи содержат 11 основных витаминов для полноценного роста и развития ребенка. Состав дополнительно обогащен плодами шиповника.
природными стимуляторами иммунитета. Так, и давайте посмотрим состав. Сахарная пудра, молоко сухое, цельное, топинамбур. Вот, ключевое. Здесь содержится топинамбур. Именно он и нормализует обменные процессы. Вот именно, чтобы кости были крепкими. В результате этого действия топинамбура нормализуются обменные процессы, и ребенок начинает усваивать, организм ребенка начинает усваивать кальций. Так, сахарные крупы, песок, патока крахмальная, плоды шиповника, премикс, витамины А, Е, С, Д, 3. Опять же, вот смотрите, у нас витамин С, витамин Д3, К1, В1, В2, ПП, В6, В12, фолиевая, пантотеновые кислоты, бетаин, экстракт лопуха. То есть у нас здесь есть все необходимые витамины, которые способствуют усвоению кальция. Если ваш ребенок ест творог, допустим, и съедает 4 дрожжи, содержит, скажем, 2 дрожжи утром, 2 дрожжи вечером. Вот. То есть таким образом у вашего ребенка идет усвоение кальция. Вот. Вот в этом и есть, скажем, уникальность этих витаминок. И стоит, кстати, 280 рублей всего-навсего. 100 грамм дрожжей. 4 дрожжи в день. И еще, если вдруг у вашего ребенка есть все-таки проблемы. Так, сейчас. Вот профилактика диабета. У нас есть такой природный инулиновый концентрат, который, вы знаете, это просто уникальный порошок. Это натуральный порошок топинамбура. Смотрим упаковку. Вот такой порошочек. Он такой сладковатый. Но если кто пробовал топинамбур, это настоящий топинамбур. Вот. Что он у нас стоит? 320 рублей. Его пьют, кофейная ложечка разводится, пьют его с утра натощак, разводится в небольшом количестве воды, сама его пила, супер классное, шикарное действие, очищает кишечник, улучшает микрофлору. Знаете, это он мне очень понравился, а самое главное, он нормализует обменные процессы, в результате которых и идет усвоение кальция. И если у вашего ребенка есть проблемы, и вам нужно улучшить иммунитет, улучшить кишечную флору, потому что после всех этих антибиотиков и прочих лекарств у ребенка все это нарушается, а вам нужно вырастить собственную кишечную флору у ребенка, вам нужно улучшить состояние костной ткани, чтобы у ребенка были здоровые зубки, косточки, нервная система. Вот топинамбур, он содержит абсолютно все. Он столько... Так, вот смотрите, давайте почитаем. Сама его пила. Природный инулиновый концентрат. Это комплекс биологически активных веществ удивительного растения топинамбура. Одним из самых важных таких компонентов, составляющих 20% клубня растений, является инулин. Инулин, попадая в желудочно-кишечный тракт, превращается в фруктозу, которая способна участвовать в тех же обменных процессах, что и глюкоза, полноценно замещая ее в ситуации, когда глюкоза клетками не усваивается, например, при сахарном диабете. Но это ладно, это все это для тех людей, у которых сахарный диабет. Но мы говорим о том, что и у здорового человека идет нормализация, вычищается. Это самый простой сорбент. Если мы берем сорбенты из аптеки, они вычищают все. Они просто вычищают все, не оставляя ничего. Ни хорошего, ни плохого. Здесь это сорбент, который очищает, нормализует, улучшает, увеличивает. То есть он создает, обновляет весь организм. И организму становится легче. Кишечник начинает работать.
Он выкидывает из себя всю дрянь. Я сейчас, знаете, это мои эмоции, потому что порошок топинамбур сама пила. То есть я и вылечивала своего ребенка этим порошком топинамбура от аллергии, опять же. Так, вот давайте еще почитаем. Расщепление фруктозы не требует присутствия инсулина, что позволяет избежать энергетического голода клеток и нормализовать обмен веществ у людей, страдающих этим заболеванием. Еще одно преимущество инулина состоит в том, что часть его не всасывается в кишечник и действует подобно пищевым волокнам. При этом инулин, во-первых, замедляет усвоение легкодоступных углеводов и жиров, что также очень важно для больных с сахарным диабетом. Во-вторых, он связывает и выводит и из организма холестерин, тяжелые металлы и другие токсичные вещества, образующиеся или попадающие в кишечник. В-третьих, инулин является одним из самых эффективных средств для восстановления нормальной микрофлоры кишечника. Наконец, инулин имеет большое значение для здоровья костей. Распадаясь в кишечнике, он образует большое количество органических кислот, которые ускоряют процесс ионизации пищевого кальций и тем самым значительно повышают эффективность его усвоения. При этом пик это порошок топинамбура, является богатым источником магния, кремния, цинка и марганца, которые имеют не меньшее значение для построения прочной костной ткани. При регулярном приеме инулина происходит снижение уровня сахара в крови и повышается физиологическая эффективность инсулина. А это способствует профилактике сахарного диабета 1 и 2 второго типа и приводит к существенному улучшению состояния больных этим тяжелым заболеванием. Кроме нормализации углеводного обмена, инулин способствует снижению уровня холестерина в крови, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, регулярный прием инулина способствует нормализации углеводного и жирового обмена у больных с ожирением и снижению избыточной массы тела, а также быстрому восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и подавлению вредных кишечных микроорганизмов. Вот вы представляете, вот насколько классный продукт какие классные продукты создает компания. Стоит это 320 рублей всего-навсего. И вы получаете такую колоссальную пользу. Я хочу вам сказать, что когда я пришла в Сибирское здоровье, это первый продукт, который я попробовала для очищения своего организма. Когда я увидела вот этот эффект, мне так просто офигенно он понравился. Вы понимаете, вот на тот момент была живая клетка третья, сейчас инхровитал третий. Это для очистки сосудов, чтобы давления не было. То есть я пила вот пик, живую клетку третью. Вот не могу не поделиться своими эмоциями, просто не могу. Я в тот год... Вот представляете себе, когда человек мучается с давлением, когда ему плохо, когда вялость, слабость, там вот вообще вот раскардаш полный в организме. Вот я когда начала это все пить, это была вот порошок топинамбура пик, третья клетка живая, сейчас это синхровитал третий. Я очень люблю копаться в огороде. Я помню, я тогда огород вскопала вот просто на одном дыхании. Просто вот на раз вскопала. И это вот со своим давлением. Ну, исчезло оно у меня, это давление. Сейчас, конечно, скажем так, коронавирус меня немножечко подвел. Он меня вернул к реалиям жизни. Вот. Но, вы знаете, опять же, не таблетки,
а именно вот продукты сибирского здоровья, вот благодаря им свое здоровье я восстанавливаю. Да, гадость еще та. Да, это так, такая токсичная штука, что я не знаю. Вот и опять же обращаюсь, вот вы меня слушаете. Вот, если у вас есть какие-то проблемы, да вы напишите, посоветую, как говорится, проконсультирую. Но опять, я не врач. Но я человек, который пользуется этими продуктами. Мы можем с вами, как говорится, на простом колхозном языке перетереть эти ваши темы. И потом вы позвоните на горячую линию и уточните, что же вам нужно. Уже, как говорится, у специалистов. Ну, можно, как говорится, сейчас покрутить, повертеть, подобрать, порассуждать, что нужно, что не нужно. То есть как-то вот выйти уже на те продукты, которые бы можно было вам уже это и попить, почиститься, что-то для сосудов, там для костей. Ну, во всяком случае, в ассортименте компании я вам помогу разобраться, это точно. Вот, и вы уже какой-то списочек, вы, прежде чем позвонить на горячую линию, вы уже какой-то список продуктов уже будете иметь. То есть вы уже что-то для себя присмотрите. В этом я вам помогу разобраться. Остальное уже вам специалисты помогут подобрать. Вот. Ну и, наверное, на этом все. Видео у меня получилось на целый час. Надеюсь, что не зря вы меня прослушали. Вот, надеюсь, не пожалели об этом потраченном времени, надеюсь, что я вам прибавила немножечко знаний, немножечко как-то вот, может быть, прояснила какие-то вопросы, которые у вас есть, возможно, вы уже нашли для себя, уже выбрали какие-то продукты, которые вам подходят. Ну, а я с вами прощаюсь, все, до новых встреч, до новых роликов, пишите. Регистрируйтесь, задавайте вопросы на горячую линию. Ну, а я, в свою очередь, вам, как только я вижу вашу регистрацию, я ее увижу, компания об этом тоже позаботилась, я вам высылаю короткие видеоинструкции, как пользоваться сайтом, как сделать заказ, как попасть на вебинары, как посмотреть презентации, ну, и, как говорится, есть много чего, много интересного на сайте, где и как, что посмотреть. Все, а я с вами на это прощаюсь.